Приветствую тебя на моем канале. В этом видео я покажу тебе 7 лучших беговых лыж для конькового и классического хода на 2024 год. Будет интересно, так что не переключайся. На первом месте STC Bredos Pro Skate. Отличный выбор для начинающих в коньковом стиле. Это лыжи – настоящая находка за свои деньги, особенно если ты не хочешь сразу тратить много на экипировку. Стоят они порядка 10 тысяч рублей. Произведены в России и подойдут для активных прогулок и начального уровня тренировок. Геометрия 41-43-42. В них есть все, что нужно для комфортного катания. Легкий и прочный полиуретановый сердечник с карбоновыми элементами. Литые носок и пятка для уменьшения вибраций и повышения прочности, а также усиление боковых поверхностей для лучшего контроля. Отмечу легкость конструкции, жесткость и хорошее скольжение. Но стоит учитывать, что были единичные случаи брака, например, отошедший скользяк после 48 километров пробега. В описании под видео я оставил для тебя скидочный промокод и ссылки на надежные магазины, в которых можно приобрести понравившуюся модель с максимальной выгодой. Вторую позицию я отдал более бюджетным лыжам Tizza Classic Step для классического стиля. Они идеально подходят для новичков благодаря своей простоте и надежности. Лыжи выполнены из комбинации дерева и пластика, что обеспечивает хорошее сочетание легкости и прочности. Геометрия лыж 51-49-50 подходит для классического стиля катания, и они рассчитаны на юношей и взрослых мужчин, а минимальная длина 180 см. Отмечу, что эти лыжи легкие и прочные, а также выходят очень сбалансированными по соотношению цены и качества. Сейчас их можно прикупить примерно за 7000 рублей. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Делись своим мнением и задавай вопросы в комментариях. Следом идут более продвинутые беговые лыжи Onsky Race Skate. Обновленная гоночная модель для соревнований и тренировок, предназначается для конькового хода. Она идет с облегченным сотовым сердечником AirCell, что значительно уменьшает их вес, а гоночная скользящая поверхность WC Base P7 обеспечивает отличное скольжение. Кроме того, универсальная обработка World Cup Finish улучшает характеристики лыж в различных условиях. Профиль 41-44-44 способствует хорошему контролю и маневренности. Лыжи представлены в длине от 172 до 197 см, что позволяет подобрать идеальный размер для разных категорий спортсменов. Продаются они по цене от 8000 рублей. Далее по списку Tizza Elegance Step Woman. Эти лыжи – настоящая находка для начинающих и тех, кто усовершенствует свои навыки. Они созданы специально для женщин и классического хода, при этом модель имеет очень привлекательную цену – где-то 3700 рублей. Лыжи обладают направленной формой, которая обеспечивает хорошее управление и стабильность на трассе. Длина от 177 до 187 см подходит для многих, а классический стиль бега подразумевает стандартную технику катания. Если ты только открываешь для себя лыжный спорт, то обязательно присмотрись к этой модели. Ее покупка не ударит по карману и, что важно, не разочарует тебя. Ведь, несмотря на дешевизну, нареканий по качеству у меня нет. Ну а если у тебя нет сомнений и ты точно знаешь, что лыжный спорт для тебя, то модель Carhu X-Ray Skate окажется очень кстати. Я бы сказал, что она идеально подходит как для полупрофессиональных лыжников, так и для участников длинных гонок. Стиль – коньковый ход. С графитовым основанием и сотовой конструкцией эти лыжи обеспечивают отличное скольжение и устойчивость. Они достаточно универсальны, хорошо работают при разных условиях и температурах снега. Будучи предварительно вощенными, готовы к использованию сразу после покупки. По отзывам пользователей, эти лыжи высококачественные и приятные в управлении, особенно в подъемах. Проверено лично, они хорошо подходят для интенсивных тренировок и сравнимы с топовыми моделями прошлых лет, но при этом они легче и доступнее по цене. В целом, эта модель оказалась довольно удачным выбором для серьезных любителей лыжного спорта, ну и ценник у нее соответствующий – приблизительно 30 тысяч рублей. Ну а самые продвинутые лыжи в моей подборке – Salomon S-Drop Max Carbon Skate. После тестирования этой модели беговых лыж я могу сказать, что она действительно выделяется своими характеристиками. Стабильность на высоком уровне и прямая передача мощности делают каждый шаг уверенным. Особенно порадовало легкое и эффективное скольжение благодаря сердечнику D-Carbon и технологии Thin Ply Carbon, которая улучшает соотношение кручения и гибкости. Модель прекрасно подходит как для гонок, так и для любителей. У нее универсальная
идеальная скользящая поверхность G5 и оптимальная предварительная подготовка под крепление. Сами лыжи легкими не назовешь, это особенно заметно при ускорении и на подъемах, где они ведут себя немного вяло. Тем не менее, в плоскости и на спусках Саломоны показывают отличную управляемость. Не только мне приглянулась эта модель, если смотреть на отзывы, то и другие владельцы ей очень довольны. Многие отмечают надежность и отличные характеристики лыж, рекомендуя их к покупке. В то же время есть жалобы на дискомфорт и образование мозолей при использовании ботинок этой модели, что может быть связано с особенностями пошива и внутренними швами. В целом Salomon S-Drop Max Carbon Skate – это надежный выбор для тех, кто ищет универсальные лыжи для конькового стиля с хорошим сочетанием производительности и удобства. Fisher RCS Skate Plus Stiff – это легендарная модель среди лыж для конькового стиля. В ней используется технология холодного приклеивания базы, что улучшает впитываемость воска и возможности шлифовки. Оптимизирована для использования при температуре минус 10 градусов Цельсия и выше. Лыжи оснащены ядром Air Core Carbon, которое обеспечивает низкий вес и отличную прочность. Также применена технология SpeedMax для защиты структуры основания и обеспечения максимальной скорости. Дополнительно лыжи имеют специальную геометрию для улучшения динамики и мощности отталкивания, особенно на твердом снегу. Стоимость такой модели начинается с 55 тысяч рублей. Стоит ли она своих денег? Безусловно. Но перед покупкой подумай, насколько сильно ты увлечен лыжным спортом. Новичкам и любителям можно присмотреться и к другим более бюджетным лыжам из моей подборки. На этом все. Не забудь, что ссылки на все модели ты найдешь в описании под этим видео. Переходи по ним, чтобы уточнить актуальные цены, характеристики и почитать отзывы. И не пропусти скидочный промокод, который я для тебя подготовил. Он тоже ждет своего часа в описании. Если этот видеообзор оказался для тебя полезным и помог определиться с выбором, поддержи меня лайком. Твои комментарии помогают делать контент еще лучше, так что не стесняйся делиться своими мыслями. И, конечно, подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорой встречи!